Рак – это три буквы, способные напугать даже самого смелого человека. На сегодняшний день онкология признана самым страшным заболеванием современности. Ежегодно в Приморском крае от опухоли умирает 4500 человек. И с каждым годом число заболевших только увеличивается. Не буду скрывать, ситуация с выживаемостью при раковых заболеваниях у нас одна из худших в стране. У нас идет рост смертности от злокачественных новообразований. Ежегодно в феврале поликлиники Владивостока проводят декады по борьбе с онкологией. В течение двух недель всем желающим предлагают бесплатно пройти диагностику по выявлению опухолей. В больницах для этого выделены отдельные врачи. Посетить их можно в порядке живой очереди. Главное – взять с собой паспорт и полис. Акцент делаем на профилактику молочной железы. Это касается и мужского населения, и женского. Тема декады выбрана не случайно. В Приморском крае на первом месте стоит рак молочной железы. Чаще всего им подвержены женщины после 45 лет. Вот он, огромный, большая звездочная опухоль. А это какая стадия? Это, ну, примерно третья, четвертая. Точно не могу сказать, это должен сказать онколог. У мужчин на первом месте стоит рак легких, второе место у всех занимает рак кожи, на третьем у женщин рак шейки матки, у мужчин онкология простаты. До недавнего времени считалось, что рак – это болезнь пенсионного возраста, хотя за несколько лет он изрядно помолодел. Сегодня на учете в Приморском крае с онкозаболеваниями стоят порядка 40 тысяч человек, из них более 300 – это дети. Причем, хотя рака не видно невооруженным глазом, у молодого поколения внимательные родители могут распознать признаки болезни. Потому что ранний возраст детей – это больше поведенческие изменения у ребенка, это может плакать больше, там, ложиться поспать подольше, полежать где-то ему захочется, когда он бегал и играл в футбол. За 10 лет число заболевших раком выросло в полтора раза. Каждый год прирост людей со злокачественными опухолями составляет около 7 тысяч человек. По большей части, как ни банально, на это влияет отсутствие здорового образа жизни – 60% случаев. 20% составляет внешняя среда, в 10% за случившееся ответственна генетика и столько же приходится на здравоохранение. Но главная причина смертности от рака, по словам специалистов, это поздняя диагностика. Специалисты говорят, что рак на первой и второй стадии можно вылечить, в то время как третья и четвертая стадия – это лишь дорогостоящее продление жизни на некоторое время. Врачи предупреждают, от рака никто не застрахован, а потому просят не пренебрегать простыми, на первый взгляд, советами о здоровом образе жизни. Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.